Транс обычный какой-то. Здесь я чем поделюсь. Самый обычный транс. Вот 0,36 вольт. Мы землю подцепляем. Это земля со щита. Через кондёр 1000 микрофарад сам покупал. Неполярный. Идет просто на батарее. Вот этот провод на батарее. В высоковольтной обмотке подключена лампочка. То есть 0,220 вольт. Лампочка 12 вольт. Просто горит от двух заземлений. Может, это наводки, не спорю. Надо проверить, в лесу или где-то, на ровном месте. Но это, я думаю, что это работает. Как зацепил, могу показать. И все, если интересно. Вот. Вот все. Чему я пришел? Пока, мись. Не знаю. Говорят, что можно 100 ватт взять. Но не знаю. Я ведь ничего не настраивал, ничего такого не делал. Просто подсоединил. Все.